Все. Ну что, всем привет, друзья, с вами Эдди, и сегодня мы рассмотрим мод, который вышел очень давно, но все же данный мод пользуется большой популярностью, он называется то ли реалистичные возможности, то ли GTA Sims, в общем, называйте как вам больше нравится, и данный мод добавляет новые возможности для нашего нового, точнее для нашего главного героя. Ну так вот, можем полежать, можем искупаться в душе, можем покушать, и давайте покажу, как все это работает. Подходим к этому дивану, нажимаем на клавишу Enter. И CJ такой сел. Потом нажимаем клавишу Tab, и CJ начинает лежать в конвульсиях каких-то. Ну ладно, это все из-за рэгдола. Встать, клавиша тоже Enter. Так, все. Это посмотрели. И да, клавиша Enter — это взаимодействие с объектами. То есть подходим к плите, что-то поел там. Подходим сюда, что-то выпил типа. Ну это простые анимации. Здесь типа руки помыл получается. Так, уберем оружие для... Вот так тоже. Клавиша Enter, потом... Возле микроволновки ничего нового, и здесь ничего. Ну ладно, поднимаемся на второй этаж, и там открывается ванная комната, друзья. Чтобы сюда попасть, просто подходим вплотную к двери, нажимаем клавишу Enter. И мы оказались вот здесь. Можем пасать, вот. Струя отольется, потом. Странная струйка, ну ладно. Можем помыть руки, клавиша Enter тоже. И вот такой, знаете, фонтан из раковины. И можем, самое главное, искупаться. Вот вид на улицу, прикольно. И давайте подходим к кабинке, нажимаем клавишу Enter. Так, небольшое подлагивание, CJ разделся резко и пошла вода. Непонятно, правда, откуда, будто, не знаю, дождь пошел, что ли, и там дырка в потолке, но... Ладно, CJ купается в трусах, в шапке, нормально. Главное, шапку не забыть одеть, знаете, как говорит мамка. И вот он какой-то, как будто он пьяный, я не знаю, у него такие просто странные анимации. Ну ладно, все, CJ искупался и выходим, просто ждем пару секунд. Потом выходим на улицу, там тоже у нас появляются новые анимации, там канистра и взаимодействие с другими педами. То есть, если пед, например, бухает, да, идет с бутылкой пива, да, то подходим к нему, нажимаем клавишу Tab, и CJ что-то будет нести какую-то чушь. Стоп, клавиша Tab, да, и вот на ней появляется такой вот странный маркер. Ну ладно, это фигня все, друзья. Нажимаем на клавишу Backspace, и вы просто офигеете, что увидите. Пожалуйста, что это за меню? Походу показывает наш пульс, там наш, даже не знаю, питание, комфорт. В общем, все тут написано. И да, есть еще пару клавиш. Зажимаем клавишу G на 2-3 секунды и... И CJ начинает что-то делать, он бьется по карманам себя, не знаю, зачем он это делает, но все же. Такая вот странная анимация. Скоро она закончится. Конечно, мод я не изучил до конца, так как не все понятно, но все же вот основные, мне кажется, составляющие я вам рассказал и продолжаю рассказывать. Ладно, все, CJ, прекращай. И давайте сейчас зажмем клавишу H, то есть русская R на русской раскладке, на 2-3 секунды также зажимаем. И у нас появляются разные действия, друзья. И такая белая стрелка на экране. Потом правой кнопкой мы выбираем наше действие. Можем присесть, вот сюда нажали, и правой кнопкой мыши нажимаем. И CJ присел на земле. Видно, ему нравится тут сидеть, не знаю, такой довольный. Потом по ходу Enter. Встать, или он сам встанет. Ну, в общем, пока подождем, да. Давайте изменим погоду. Не люблю туман, ладно. Давайте опять зажимаем клавишу H на 3 секунды. Выбираем, к примеру, прилечь. Давайте действие вот это. А, и CJ типа что-то ругается. Ну ладно, дело номер один. Это у нас... А, понятно, все. Это уже отлить в любом месте, и да, я же делал обзор на такой скрипт, но в этом моде тоже присутствует данная возможность, окей. Понятненько, ну все, хватит, CJ, ты и так, Толя, уже два раза поссал за день. Так, давайте, опять клавиша H, дело номер два, это, если я не ошибаюсь, сходить в туалет по-большому в любом месте, на улице, в кустах, я не знаю, если резко там приспичило, да. Не знаю, забегаете вот сюда в кусты, да, и выбираете это самое действие. Вот сюда, к примеру, клавиша H. А, все же не работает. Ну ладно, уже не работает после этого действия, так как CJ, наверное, тяжело. И да, еще есть такие интересные возможности с автомобилями. То есть мы подходим просто к багажнику и нажимаем на клавишу Tab. Сейчас найду просто пустую машину, надо бы найти. Ну давайте вот эту, клавиша Tab. Блин, уехал, гад. Ладно, сейчас я все сделаю, не переживайте.
Подходим к багажнику, клавиша Tab. И у нас тут есть три предмета: канистра, инструменты, колесо. Давайте сначала возьмем колесо. Правую кнопку тоже нажимаем сюда. У нас в руке колесо. И можем заменить проколотую резину. По примеру, на переднем правом колесе клавиша Tab — это действие. И CJ типа заменил колесо. Ладно, едем дальше. Так, берем, к примеру, инструменты. Инструменты — это если, например, у нас заглохла тачка, да, и не едет. Просто подходим к капоту и нажимаем клавишу Enter, и CJ начинает чинить машину. Но у нас там машина в порядке. И вот, видите, он какие-то странные анимации. Чего-то таких не встречал в игре. Ну ладно, также подходим к багажнику. Потом кладем клавиши Enter. Потом берем канистру. Ну, канистра — это нужна для тех, кто играет с модом бензин, друзья. Так что... И чё, я хочу выйти. А все, вышел нормально. Все. Что творится вообще? Да успокойся. А, все нормально, друзья. Некие баги. Мод, как я сказал, старый, но все же мод прикольный. И даже кто-то просил в комментариях сделать обзор на данный мод. В общем, такие дела, друзья. Такой мод прикольный, который добавляет несколько новых возможностей для нашего главного героя. Ну все, мод, в принципе, работает нормально. Вылеты, конечно, бывают, но очень редко. Так что можете скачать и попробовать уже все сами. Я вам все лишь только рассказал. Все, давайте всем... О, чем фары не включил? Ну ладно, все, всем спасибо и всем пока, друзья. Удачи вам. Меня звали Эдди, и до новых встреч, да. Что еще могу добавить под конец данного ролика? Ничего.